я и пришел за тобой. Тебе вообще не страшно? Бляк, а ты вообще похуй, я тут типа это, Фредди Крюгер, все дела, ты чё, бро? Всем привет, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня на моем канале будет очень интересный видосик. Бля, будучи Фредди Крюгером, оказалось не очень удобно держать геймпад, поэтому я выйду из этого образа. Пожалуй, начните играть. Так актуально под конец года, когда вот-вот выйдет FIFA 20. Спасибо, Electronic Arts. 99-й Модрич. Отлично. Вот такие вот паки под конец года нам дают. Арендованные игроки. В общем, обычным смертным игрокам подкинули, так знаете, хлеба накрошили. Типа, на, пожрите под конец года. Хуй с вас взять, блядь. Здесь я не для того, чтобы играть в FIFA 19. Не подумайте, мы сейчас ее берем и закрываем. Тут дело вот в чем. FIFA 20 выходит меньше, чем через месяц. А как вы понимаете, до этого времени нужно как-то перекантоваться в других играх, как я понимаю, потому что играть в FIFA 19 уже нет никакого абсолютно желания. До пса осталось около 10 дней, к слову, я взял уже предзаказ на Legendary Edition, где будет Роналдиньо, где будет Иньеста, кстати, к слову, там будет кумир Аршавин, поэтому, я думаю, интересно будет попробовать PES 20, но, опять же, до этого события осталось 10 дней. И вот что я придумал. У меня в корзине ровно 5 игр. Ровно 5 игр футбольной тематики. И сегодня в этом выпуске мы рассмотрим 2, возможно, 3 игры. И если каким-то чудом этот видос наберет 20 тысяч лайков и хотя бы 150 тысяч просмотров, то будет вторая часть. Я просто отобрал футбольные игры, в которые можно поиграть, прежде чем выйдет FIFA 20. Хотя можно поиграть, наверное, громко сказано. Играть буду я, вам ни в коем случае не рекомендую. В общем, я отобрал дикий шлак из PSN, который сейчас мы будем с вами играть. Суммарно я потратил на эти игры 4075 рублей. Super Kicker League, Legendary 11, Active Soccer 2 DX, Anno, Neo Geo Super Cider Kick 2, Dino Dini, Kick Offer Rebels. Ну вот такие вот незаурядные названия у этих игр. В общем-то, мне остается лишь перейти к оплате, оплатить 4 косаря и посмотреть, что вообще нахер происходит в этих играх. Итак, ребята, первая игра, которая у нас сразу же скачалась, Aka Neo Geo Super Cider Kick 2. Полетели. Оо, вот это графония, слушайте. Ну ладно, пока не буду забегать вперед, давайте непосредственно увидим сначала саму игру, нежели заставку. Что в чём дело? Дело в том, что я духовно страдаю. Бля, что делать? 45% людей смотрят этот видеоролик без подписки. Ебать! Я сам шучу. Что за хуйня? Надо срочно подписаться. Обязательно подпишитесь. Красная кнопка. Она спасет жизнь. Должна быть серая. Аминь. А. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что это, что здесь происходит, что за наркомания, вот эта заставочка. Мечта эпилептика, вставьте монетку, мне пишут, блять, сейчас, секундочку. Только куда вставлять эту монетку, я не знаю, давайте вот так вот, типа, ну, типа вставил, короче. Итак, ребята, я прошу заметить то, что тут есть даже сборная России, подождите, эй, назад выйти. Я хоть, блин, тут на время все зрит 16 секунд, чтобы назвать себя. Ладно, назову себя... Кул. Блять. Я не понимаю, что происходит. Нет, я не согласен играть за эту обоссанную сборную. Я даже не понял, что это за сборная. Я хочу играть за сборную России. Поэтому я даже перезайду. Я беру сборную России. Звать меня будет. Как меня будет звать? Бля, как от. Блять. Тут все на время, ребята. 8 секунд. Я просто недопонимаю, как вообще такое возможно. Это, видимо, игра для игровых автоматов. Она явно не адаптирована под PlayStation. Итак. Вот это громкая вывеска. Сборная Россия против сборной Франции. О, ебать, они горбатые. Тупо чуваки с острым андрозом собрались. А как понять, где сборная России, где сборная Франции? Что происходит? Так, подожди, я вообще не могу понять, где я. Почему он зигует, блядь? Почему он ногой пиздится, эй? Так, ладно, все, я пошел забивать гол. А тут, видимо, можно одним игроком всех натянуть, судя по тому, что никто мне... А, блядь, это ж чужой. Ну, в смысле, чужой не чужой замкало, а чужой, в смысле, не мой. Ну, в смысле, короче, блядь, французы. Подожди, я чай пью. Чё? Он просто взял меня, повалил. На тебе желтую карточку. Чё это было? Он реально взял прогибом меня кинул. Бля, он чудик сам у себя пытается, видимо, отсосать. Я не знаю, что это такое. Бля, он опять меня отпиздил. Я просто... Что здесь происходит? Всегда мечтал о внедрении вот подобных вещей. По типу там с прогиба кинуть, там, не знаю, ногой в ебало прыгнуть. Это крутая штука. В этой игре есть все прелести, которые я ждал в FIFA. Но реально было бы прикольно. Ну, типа, ты подбегаешь к игроку, ты знаешь то, что ты получишь красную карточку, но при этом ты можешь его пиздануть. Типа, чувак, тянь время, и ты такой, на нахуй. И въебал. Бля, ну это просто пиздец.
французы просто пиздят русских. Вы посмотрите, бля, встать даже не могу, блядь. Смотрите, они просто летят ногами вперед. Тупо один из чужих на поле. Ладно, я попытаюсь поиграть, честно. Ну, блядь, это просто хрень какая-то. Я ничего сделать не могу, потому что меня тупо пиздят и меня забивают гол. 1-0. Посмотрите, опять эта прекрасная поза, блядь, остеохондрозщика. Я не знаю, как правильно назвать людей, которые болеют остеохондрозом. Я, если что, не смеюсь на ней, потому что у меня у самого остеохондроз, поэтому я смеюсь сам над собой. Я не знаю, как в эту игру играть, серьезно. Это просто сумасшествие. Это просто психодел какой-то. Реально, вы посмотрите, что с голкипером. Ладно, ребята, я думаю, что вот да, судья как бы намекает, что пожалуй, пока вам прекратить играть в эту игру, пока вы не сошли с ума. Там континью нет, спасибо. Как такая игра вообще добралась до PlayStation 4? Ладно, я понимаю, там в 90-е годы на каких-то аппаратах еще в это можно было поиграть, но на плойке это просто неописуемая херня. Спасибо большое. Эту игру я, пожалуй, сразу. Хотя не, надо было оставить для каких-нибудь пьяных туз, знаете. Чувак пришел какой-то тебе в гости. Пандос, давай фифу зарубимся. Я такой, ха, смотри, что у меня есть игра получше. И ты вот просто показываешь, и он такой, воу. К слову, эта игра, вот в которую я только что играл, стоила 500 рублей. 500 рублей. Active Soccer 2 DX. Давайте, мне нравится приставка DX. Звучит эффектно, как FX. Вы знаете, ребята, я говорил, что интерфейс в PES это просто лютая санина, от которой хочется вскрыться, забудьте. Вот эта вот игра просто взяла и переплюнула. Посмотрите на это. Вы видели что-то безвкуснее и отвратительнее? Москва красно-синие, Москва бело-голубые, Краснодар черно-зеленые. Москва красно-зеленые. Давайте выберу Локомотив. Я как понимаю, это Москва красно-зеленые. И нашим соперником будут красно-белые. Я как понимаю, это... Соответственно, Спартак Москва. Что за мутанты играют в моей команде? Манумен Фернандес. Я как понимаю, это Мануэль Фернандеш. Арекзей Милянчук. Джерзон Фалфам. Я как понимаю, это Джефферсон Фарфам. Господи. Подождите, ради интереса. Я просто хочу выйти и посмотреть, какие фамилии используются у топ-футболистов. Келло Навас. Дами Калвагал. Валаме. Сергио Рамос. Клисдиандо Роналдо. Блять. Какой позор, блядь. Галет в баре, Иско, Лука Модрик, Томми Клосс. Я охерею просто. Какие нахер лицензии, нахуй там вообще все нужно? Вы знаете, уровень проработки, конечно, впечатляет. Вы можете сменить все вплоть до цвета кожи, цвета волос. Вы гетры отдельно можете поменять. Даже в FIFA нет такой проработки детальной. Сложность компьютера пусть будет медиум. О, мяч в игре, мне сразу же дали приз. Замечательно, просто вошли в игру и сразу же первая ачивка. А тут есть платина? Блин, к сожалению, нет платины, так бы я, конечно, выбил бы. Все, игра началась. Стоп, ну ладно, хорошо. Я еще не вошел в игру, что происходит? Что это? Это я повтор смотрю или что? Я это повтор смотрел все это время. Я пропустил гол, пока я ачивки смотрел. Пиздец, я думал, игра заключается в том, что ты должен атаки там прерывать и все в этом стиле. Итак, Криштиану Роналдо, полетели, блядь. Как бить поворотом, блядь, я не посмотрел. Ладно, давайте узнаем, как здесь делать подкаты. На. Просто увозите, блядь, труп. На. Слушай, отличная игра, мне нравится, Серега. Так, а где мяч? Что происходит? Итак, Модрик. Лонгшот! Ой-ой-ой, какой пас, и как он мог замыкать, к сожалению, не удалось. Казимиро, догони, блядь! Блядь, долбоёбы, блядь. Нам забивает Суалес. Это как ребенок, который не может правильно выговорить фамилию его. Окей, хорошо, я примерно понял, как эта игра работает. Сейчас все будет. Что за хуйня, блядь? О, вы посмотрите на этих зрителей, ебать. Чуваки ходят под трибунное помещение. Давайте посмотрим, как это вообще выглядит. Это было великолепно. Браво. Итак, ребята, второй тайм. Отличный пас от Гаррета Бейла в центре поля. И сейчас, видимо, залетит опять очередной гол, потому что мой голкипер сосет хуй. Да. Гандикап просто душит, блять. Просто душит. И это, чтобы вы понимали, медиум еще режим. А, пенальти. Мэзи подходит к мячу. Блять, забьет ли Мэзи или нет? Ой-ой-ой, штанга, хорош, Мэзи. Остаются у нас надежды на эпичный камбэк.
ебать, ну в этом виде. Что это такое? Что это такое, блядь? Даже посмотрите, блядь. Что это такое, блядь? Просто ебанина. Да, несмотря на то, что я проигрываю 7-0, мне не хочется бомбить, эта игра вызывает улыбку. Ну, типа, весело, пиздец, блядь. Рейджкуит, блядь, иди в пизду, блядь, просто. Просто ради интереса сейчас попробуем сыграть на легком уровне и посмотреть, реально ли вообще забить. А сейчас я вам представляю состав сборной России. Ижор Атинхеев, Малио Фернандес, ну, в общем... Такие вот ребята, кому нужно, нажмите на паузу и просто угорите с этих фамилий. Изи, блять. Я сейчас разъебу нахуй. Опять я к воротам ни разу не подойду, серьезно? Даже на изи режиме? Все, короче, пизды, блять, я наигрался. Я не знаю, что за извращенец создавал платину для этой игры, но как сыграть матч, при этом не пропустить ни одного гола... Я просто в душе не ебу. Актив Сокер стоил 719 рублей. 719. Спасибо. А, в общем-то, ребята, что я хочу сказать. Я получил неизгладимые впечатления от этих двух игр. На сегодня я, пожалуй, отдохну. Я сыграл две прекрасные игры. Надеюсь, вам этот видеоролик понравился. Опять же, как только этот видеоролик наберет 150 тысяч просмотров хотя бы и 20 тысяч лайков, выйдет продолжение. Ведь впереди нас ждут еще такие прекрасные игры, как Legendary Eleven, Dino Dinis и Super Kitter. Ну, эти названия как бы говорят о том, что эти игры будут наверняка круче и лучше. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был я, PandaFX. Пишите в комментариях, что вы вообще думаете про такой тип развлечения. Отстраненный от FIFA и Pro Evolution Soccer. С вами был я, Панда. Всем спасибо и пока.